собралось вот 13 штук, и решил их открыть, знаете где? В подвале старого дома. Открою там 13 скрипышей в 3 часа ночи. Ребята, всем привет! Вы на канале Toy House. Лучшие обзоры для лучших людей. Хочешь вступить в армию лучших людей? Просто подписывайся на канал и обязательно нажимай на колокольчик. Тогда ты не пропустишь мои новые ролики. Ну а сегодня я хочу провести эксперимент, такой, как проводят многие. Вы знаете, что 13 октября акция «Скрепыши» подходит к концу. И с этим 13 числом многие связывают всякие мистические вещи. Открывают по 13 «Скрепышей», открывают в 3 часа ночи. В общем, я тоже решил не отставать и проверить это дело. Достал я 13 пакетов «Скрепышей», можно сказать, последних уже, которые были в магазинах, собрал. Собралось вот 13 штук и решил их открыть, знаете где? В подвале старого дома, да, того из квеста. Открою там 13 скрипышей в 3 часа ночи. Как вам такая идея? Да, будет страшно, я думаю, и будет довольно жутковато, но я это сделаю. Мне интересно, реально, сработает это или вообще никакого эффекта не будет? Пойду я туда, ну, вот сейчас уже где-то через полчасика. Ну, соответственно, для вас, как всегда, одна секундочка, и вы уже окажетесь в подвале. Короче, я подошел к подвалу. Собаки лают. Так, время у нас 5:50. Ну что, пойдемте. Взял вот такой фонарик я. Тихонько. Взял вот такой фонарик. Страшно. И это у нас зомбыш. Прикол.
Давайте по синим. Может быть, будет юбилейный. О, это второй зомбыш, прикиньте. Второй зомбыш. Если сейчас третий зомбыш, то я точно поверю в это. Про 3 часа ночи. Да не может быть. Прикиньте, третий зомбыш. Становится что-то не по себе. Четвертый. Все, давайте, до встречи.